9 февраля Нефтекамский дворец творчества станет центром велосипедизации всего города. Администрация города совместно с Институтом развития городов Башкортостана приглашает всех на Urban Bike Day. Центральным событием дня станет масштабный воркшоп по обсуждению концепции велотрассы между Нефтекамском и Николой Березовкой, который соединит город с берегом Каммы. Мы ждем всех желающих 9 февраля с 14 часов дня до 8 часов вечера во Дворце творчества. Вход свободный.